так что мы отсюда точно не выплывем. Хотя вот снова... Ууу! Ё-моё! Это самое быстрое прохождение этой карты. Если мы еще приземлимся на остров сокровищ, это будет просто... Просто капец. Бэкст, бэкст, бэкст. Бэкст, бэкст. Бэкст. Он там! Быстрее туда! Всем привет! Сегодня мы отправимся с вами за приключениями. Мы отправимся с вами за сундуками золота. И чтобы нам это сделать, нам необходимо построить корабль, как истинные пираты, которые отправляются в бухту и там на острова, чтобы расхитить там все различные гробницы, не только гробницы, но и пещеры с золотом. В общем, у нас здесь банда подписчиков, которая строит свои корабли. Есть у нас вот такой вот корабль. Здесь у нас король Артур, который построил себе мини-домик на воде. Там 2 на 2 квадрат, без туалета, без всяких удобств. Просто трон. Просто трон и стены. Это, знаете, похоже на бункер, если честно. Давайте я сейчас сяду. Да, защищенный такой бункер, и мне кажется, что король Артур на таком бункере уплывет далеко. Если он, конечно, не перевернется. Здесь у нас развернулось строительство нового городского комплекса «Вершина мира». Просто непонятные какие-то элементы металла, цемента, мрамора, которые строятся ввысь. Посмотрим, что из этого выйдет. Главное, чтобы это все дело поплыло. Видите, у нас здесь это элитный комплекс. У нас здесь будет куча царских удобств в виде вот таких вот царских тронов. Да. Также у нас здесь, наверное, будет туалет. Учитывая, что там вот я вижу землю, это у нас отверстие для санузла. В общем, у нас здесь все будет шикарно. Но прежде чем мы отправимся в наше путешествие, я же не могу сесть кому-то на шею. Естественно, я должен построить что-то свое. Так, давайте попробуем построить наш корабль. Наш корабль будет построен вот из таких вот нищебродских деревяшек. Что-то как-то кривенько строится. Ну давайте, давайте... Я думаю, что вот этого хватит нам. Да, вот этого должно хватить. Стройся. Не строится. Ладно, давай сейчас перестроим. Вот. Вот, я думаю, что нам этого будет хватать. Похоже, что я это купил в каком-то гипермаркете за 100 рублей. Моя лодочка. И вместо сидухи у меня просто какая-то табуретка. Ну что ж, я думаю, что мы можем отправляться. Нажимаем на кнопочку «Отправиться». И посмотрим, насколько крепок наш кораблик. Точнее, вот у короля Артура, у него там еще наверху, видите, продолжается строительство, у него там наверняка будут лучники сверху, и я, в принципе, готов. Так, подписчики мне тут пытаются пристроить что-то. Ага, кажется, со мной кто-то поплывет. Да, здесь можно строить всем вместе одну большую лодку, но так не очень интересно. Так, что-то я не поплыл. Ребят, толкните меня кто-нибудь, куда вы поплыли без нас? Чё я не плыву? Мы что-то не плывем, дружище. Дружище. Мы застряли. Почему не... О, подожди. Так. Фух, фух, успел, успел. Кое-как залез. Толкнул, с толкача завелся, ребята. Так. Табуретку кто-то потерял. Ну ничего, эта табуретка нам сыграет важную роль, так как я уже плыву не в первый раз. Это дубль четвертый, наверное. И эта табуретка будет сейчас сбивать камни на нашем пути. Вы посмотрите, чтобы доплыть нам до сокровища, нам необходимо преодолеть просто очень невероятные препятствия. Первое препятствие — это море из камней. Каждый камень будет отбивать с нашего деревянного плота по одной детали. Если все детали у меня развалятся и я останусь на одной своей сидухе, то... Сидуха тоже потом в конечном итоге развалится об камень, и я помру. И это не очень хорошо, потому что чем дальше я проплыву, тем больше я золота получу. А на золото я смогу покупать другие элементы корабля. Итак, первый камень. Фух, пока все хорошо. Там моя команда спереди плывет, она прочищает мне путь, и это очень круто. Значит, я смогу проплыть как можно дальше. И у нас потери. У нас потери, вы посмотрите, я уже потерял кусочек своего плота. Надеюсь, что все будет хорошо. Да, как хорошо иметь команду, которая плывет впереди тебя и прочищает тебе путь, ты просто как будто на курорте. Ух ты, какие шестеренки! Это ж мы в каком-то инженерском море, если такое есть.
Ох-ох-ох-ох-ох. Кажется, мы далеко не проплывем таким методом. Молнии, ребята! Я сейчас только что лишился правой своей части. У меня осталось на правой части седух только. И кажется, что на этом мое плавание сейчас закончится. Фух-фух-фух, пока плывем. Ребята, что-то вы спереди, кто плывет, плохо прочищаете мне путь. Меня сейчас точно тут где-нибудь камушек потопит. А, одна седуха! Мои ноги! Черт, все, походу меня съели акулы. Мы проплыли с вами приличную дистанцию благодаря моим подписчикам. И я получил 20 голды. Что мы можем сделать на 20 голды? Зайти в магазин и купить какой-нибудь сундучок. Да. Купить я пока что могу только за 5 голды. Потому что за 135 мне еще как-то далековато. Ну давайте возьмем за 5 голды. Купим таких... Так, какую-то лавочку я открыл. Так, давайте еще за 5 голды. Пирамидка какая-то. Так, хорошо. И еще за 5 голды покупаем. Опять лавочка. Небольшой блок из дерева. Еще блок из дерева. О, сидушка. Круто. Две сидухи. Нафига мне две сидухи? Так, это, по-моему, у нас уже что-то к палубе пойдет. Это у нас камень. Отлично. Еще одна сидуха. Куда мне столько сидух? Ёшкин-матрешки. Ну все, ребят. Я все спустил. Давайте посмотрим, что же я в итоге получил. В итоге у меня появились новые элементы для строительства. И теперь я хочу построить не свой корабль, а попробовать построиться вместе с подписчиком. Вот здесь вот у нас уже подписчик настроил вот такой вот себе корабль. Теперь я попытаюсь к нему пристроиться. Давайте мы попробуем ему вот тут спереди еще настроить. Вот так. Сейчас мы тут такой плот настроим. Это сюда. Все. Деревяшки у нас кончились, но есть вот такие вот штуки. Давайте их спереди вот так вот воткнем. Если бы у нас были парусы, я бы на них паруса натянул. Я не знаю, ну тут, кажется... О, каменный блок мы обязательно спереди. Он будет у нас хорошо защищать от камней. Лавочки у нас также есть. Лавочки, я не знаю, ну давайте вот так вот их вот сюда поставим. Здесь тоже лавочки будут у нас. Я не знаю, честно, что я строю, но вот просто хочется куда-то все это дело затолкать. Чем больше у нас пристроек, тем больше шансов у нас проплыть дальше. Я думаю, что здесь мы тоже табуретки. Табуретки очень крепкие, между прочим. Если кто-то спереди сядет, это будет не очень хорошо. И вообще все препятствия будут биться об этого человека, кто сядет спереди. Так, мы садимся сюда. В принципе, все готово. Жмем плыть. И погнали! Мы поплыли, наконец-то. Один человек у нас потерялся. Ему нужно необходимо прям срочно сесть на задний корабль. Я думаю, что он это сделает. Нет, к сожалению, он это не сделает. Он сейчас просто помрет. Да. Чего ж ты не додумался сесть вот на тот здоровый корабль-то? Ладно, кажется, нас сейчас развернуло, и мы сейчас будем бочиной собирать все камни. Ох-ох-ох-ох-ох. Ладно, будем смотреть. Мы уже терпим первые потери. У нас разбился там наш подписчик. У нас почти оторвалась табуретка. Как же далеко мы плывем на этом разваленном корабле. Уровень с шестеренками. Андрюха пересел. Так, я тоже хочу пересесть. Если у меня это получится, я смогу пересесть только на эту табуретку. Чё, зачем я это сделал? Ребят, простите за мою глупость. В общем, зря я это сделал. Я предложил сейчас нашей команде построить один единый целый корабль. Посмотрим, насколько крутым он у нас получится, учитывая, что у меня нифига нету, у меня какие-то странные тут детальки, из которых, в принципе, сейчас нереально собрать какой-то крутой корабль, только если плот, дырявый плот. Ну, посмотрим, что у нас получится вместе. В общем, то, что сейчас здесь строится, как вы видите, это наш... защитный корабль. Он поплывет первее всех, будет расчищать нам путь, но мы должны на своей вот этой вот деревянной развалюхе... кажется, ребята ее подразобрали. От нее ничего не осталось. Ладно, я попробую соорудить что-то свое. Давайте я, знаете, как сделаю по-хитрому. Так, это уже не мои запчасти. Я сейчас попробую сделать пристройку к этому кораблю. Так хитренько пристроюсь. Надеюсь, что... меня не спалят то, что я зацепился за защитный корабль. В принципе, я мог бы поплыть и на этом корабле, но я хочу свою пристроечку. Ой, кажется, у нас отваливаются флаги.
Ну что, у нас здесь есть различные всякие пушки. Интересно, они рабочие? Нет, мы можем стрелять из них по каким-нибудь там... Да, они рабочие. И из одной только что выстрелили. Я планирую поехать вот здесь. Сейчас я здесь пристроечку сделаю, чтоб я мог сесть. Вот так вот. Эй, почему она перевернулась? Блин, я не хочу так ехать. Я хочу нормально сесть. Если я поставлю пристроечку вот сюда... О, кажется, меня... Ой-ой-ой-ой-ой. Это нехорошо, ребят, я не сел. Куда мы плывем? Я ж не сел. Блин, я так могу сейчас вывалиться. Опс. Кажется, наш корабль развалился, и я плыву просто на куске... На куске камня. Как далеко у меня получится уплыть, я даже не знаю. Мне может повезти, если... А я сюда смогу запрыгнуть? Есть, я сейчас просто подожду корабль. Мне очень жестко подфартило, что сюда можно запрыгнуть. Надеюсь, что тот корабль все-таки до меня доплывет. И все пройдет хорошо. Блин, жалко, что он, конечно, перевернулся, но ничего страшного. Так, мне теперь надо на него как-то умудриться запрыгнуть. Не-не-не, дайте я запрыгну. Кажется, я профукал свой шанс, ребят. Ну что ж, давайте я попробую наконец-то построить что-нибудь свое. В одиночку. Прям у воды сейчас расстроюсь тут. Интересно, как далеко мы сможем проплыть? Что-то у нас отвалилось. Черт! Ошкин, ёшкин, матрёшкин, а? У нас отвалилась железяка. Как это случилось вообще? И еще отвалилось. Кажется, мы начинаем очень сильно терять свой корабль. Да ладно, только не говори, что мы застряли. Что это плывет? Мне кажется, что кто-то поплыл за нами, и это было неудачно. И не говори, что мы застряли. Ё-моё. Только не говорите, что надо сейчас будет толкать. Ребята, давайте... Есть! Один человек пожертвовал собой, тем самым толкнув наш корабль. Ну садись, ну давай, давай, только не помри. Ну сядь! Это наш спасатель, который нас толкнул, и мы... Дружище, ты пожертвовал собой ради нас. Кажется, мы потеряли двух. Моя команда! Нет! Нас осталось всего сколько? Раз, два... Три человека, ребята, осталось всего три человека... Вдобавок ко всему, наш корабль еще и перевернулся. Наш мега корявый корабль, который сооружали всем миром. К сожалению, он перевернулся. Это очень плохо. Очень плохо. Я не хочу плыть, не видя, куда я плыву. Ух, ё. Ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, какие здесь тучи. Началась молниеносная би... Да. Какие здесь тучи. Тут бьет молния, беспощадно бьет молния. Если мы сейчас в нее попадем, это будет ататашка. Просто будет капец нашему кораблю. Он может поджечься, а кстати не знаю, может он здесь поджечься от молнии или нет. Хм. Ну в общем, нам повезло, мы проплыли территорию с молниями. Ух ты, воу, как круто! Сколько здесь алмазиков! И кажется, эти алмазики сейчас точно раскидают наш корабль по запчастям. Кстати, я эту местность еще не видел. Ну, здесь очень красиво. Очень классно, слушайте. Красные кристаллы у нас на пути. Вот они. Фух, мы их проплыли, оплыли, так сказать. Без всяких нервотрепок. Ой-ой-ой, лава! Лава, мы сейчас нафиг сгорим! Хо-хо-хо-хо. Нежданчик, плыли по воде, приплыли к лаве. Офигеть. Фух, ребята, мы проплыли лаву, и теперь мы приплыли в море, где очень-очень много токсинов. Похоже на то, что здесь разлиты всякие токсичные вещества. Вы посмотрите, если мы на них налетаем, то наш корабль словно растворяется в воде.
Ух, кто же эти токсины разлил? Какие же они негодяи! Очень плохие люди, очень плохие люди. Между опасными зонами мы проплываем небольшой участочек. Спокойный участочек. И кажется, мы... Что это за... Во что это мы попали? Смотрите, там, где вот эти вот всякие искорки, это какая-то аномалия. Аномалия, которая разрушает наш корабль. И вдобавок ко всему здесь еще мины. Ё-моё, в какую мы опасную зону заплыли? По-моему, здесь идет война. Оу! Форт Боярд отдыхает. Блин, надо срочно залезть. Нет. Фух, я успел залезть, но меня все равно как-то чем-то бьет. В меня ядро прилетает. Ай-яй-ой! Вы видели, как там ядрами стреляли? Это просто капец. Нет, только не говорите, что мы еще одного потеряли участника. Ёшкин кот. Нас осталось двое. Осталось двое. Ребята, что там происходит? Только не говорите, что это водопад. Вы шутите? Тут иголки. Здесь шипы. Опасно. Ой-ой-ой. Мы почти доплыли. Мы доплыли на своей развалюхе. Мы доплыли до острова сокровищ, ребята. Вы посмотрите, сколько тут золота. Просто горы золота и куча разбитых кораблей. Интересно, сколько там в сундуке золота? Я сейчас от счастья выпрыгну. А здесь нет зыбучих песков? Надеюсь, что нету. Так, добегаем до сундука. Кстати, я думал, что это горы золота, а это на самом деле песок. Просто песка дофига. Ух, нам дали бейджик и дали 100 золота, ребята, 100 золота. Ё-моё, мы теперь богаты. Ну как богаты? Мы можем купить кучу сундуков за 5 голды, чего я не хочу делать, потому что я хочу поднакопить на вот этот вот голубой сундук. Там наверняка что-то интересненькое в нем. Я сейчас предложил ребятам кинуть все свои мощи на один корабль и соорудить просто мега-бомбический большой... Огроменный корабль, которого еще не видела эта игра. Но, как вы видите, да. Что-то как-то пошло не так. Ну что, делайте свои ставки, как далеко проплывет эта развалюха. Я думаю, что она, в принципе, не проживет долго. Потому что с нее уже сыпется. Даже на суше. Меня тут замуровали просто. Я как экспонат в стенке. Даже при своем... О, у меня тут еще трончик, а нет, это король Артур. Пора в бой. Ё-моё, как мы взлетели. И сразу же часть нашего корабля отвалилась и поплыла само собой. А мы остались здесь. Может, нас кто-нибудь двинет? Кстати, я могу стрелять с пушек. Опс, зачем я это сделал? Я случайно стрелил еще одну свою пушку. Так, давайте попробуем вон туда стрелять. Ага, я теперь умею стрелять. Ребята, нам нужно, чтобы кто-нибудь нас подтолкнул. О, ну все. Воды у нас больше нет. Так что мы отсюда точно не выплывем. Хотя вот снова... Ууу! Ё-моё! Это самое быстрое прохождение этой карты. Если мы еще приземлимся на остров сокровищ, это будет просто... Просто капец. Все, кажись, мы пролетели остров сокровищ. Ну, в принципе, мы посмотрели на всю карту, и она относительно сверху небольшая. Интересно. По-моему, мы зависли в бесконечности. Да. Долго нас так будешь штормить? Слушайте, мы, по-моему, попали в вихрь. А если я вот выпрыгнуть попробую сейчас где-нибудь? Давайте я сейчас попробую выпрыгнуть. Меня, правда, там замуровали, но... Нужно попробовать. Сейчас я где-нибудь буду. Вот. У-у-у! И все, и моя голова теперь тоже где-то летает. Кстати, мы уже набрали 166 голды, а это означает, что мы можем купить вот этот сундук. Давайте посмотрим, что выпадет.
23 металлических блока. Ох-ох-ох-ох. Нам сейчас это очень нужно. Сейчас мы забаррикадируемся тут полностью. Выпало очень много интересных деталей. Выпала мачта. Выпали металлические блоки. Выпало 8 мраморных блоков. Выпали вот такие вот штуки. В общем, мы забаррикадировались. Давайте еще мачту сюда просто воткнем. Вот так вот. Все, наш корабль в принципе готов. Спереди можно сделать нос. Нет, нос уже не получится сделать, к сожалению. Просто забаррикадировались в этом корабле. Внутри у нас очень тесно. Вы посмотрите, что у нас тут внутри. Внутри тут не пропихнуться. Дайте я сяду. Есть. Просто как в танке, ребята. Офигеть. Вот тут, правда, отверстие есть. Надо ее закрыть. Мрамором закрою. Специально для себя, чтобы солнышко не светило мне здесь. И здесь вот тоже закрою. И здесь. О, все, поплыли, поплыли. Какой же у нас просто огромный хвост. И сейчас мы из-за этого хвоста профукаем все, что у нас есть. Блин, ну это капец. Нет, кстати, плывем, плывем. И спереди сидит Дартамастер, спереди у нас сидит. И, блин, корабль почему-то не плывет. Вот такой вот у нас корабль интересный получился. Правда, он очень странной формы. Но он вот такой вот, ребят. Ну, я надеюсь, что на таком корабле мы точно куда-нибудь да приплывем. Держим кулаки. Ё-моё, как нас швырануло-то. Еще и на берег, и развернуло еще и кормой. Ай-яй-яй-яй-яй. Не очень хорошо. Еще сейчас что-нибудь половина останется на острове, если она зацепится. Нет. А в общем, теперь мы плывем своей попой к нашему острову сокровищ. Хотя было бы выгоднее нам передом, потому что там просто непонятно что. Ну блин, у меня тут появилось окошечко. Мне тут камень какой-то пробил окно, и причем, знаете, все прям на мою сторону куда-то летит. Ладно, давайте попробуем посмотреть от первого лица. Вот так вот выглядит. Просто пробоина в моей стороне. И если, не дай бог, что-то пойдет не так, то, кажись, первое, что почувствует опасность, это моя попа и моя спина. Мои могучие плечи будут защищать всю команду. Ну ладно. Это даже к лучшему, потому что они жертвовали столько раз ради меня. Ух ты, смайлики. Да ладно, неужели в игре смайлики появились? Так, что у нас там сзади? Не, только не говори, ну почему? У меня тут уже почти все развалилось. Я тут сижу на самом краешке, мне нужно срочно куда-то перебраться. Куда я переберусь, неизвестно. Опс, лава началась. Чё-чё-чё, только не говори, что я сейчас перевернусь нафиг. Что происходит вообще? Так, нас развернуло. Нас развернуло. Фух, это очень хорошо. Очень хорошо, что нас развернуло. Потому что теперь мы плывем носом. И все препятствия будут у нас падать на нос. И кажется, нос у нас отцепился. Боже ж ты мой, вы посмотрите, нос у нас просто оторвался от нас. Ну, по крайней мере, часть его. Блин, главное, чтобы у меня вот этот вот мрамор, на котором стоит моя табуретка, половина моей табуретки, чтобы он не обломался и я не утонул. Фух, мы наконец-то прошли лаву. И у нас оторвался нос. Так, у нас теперь два корабля. Андрюха плывет на своем. НЛО, ребята, НЛО. Ух ты, главное не попасть в НЛО. Иначе это будет очень плохо. Кстати, зоны НЛО я еще не видел. Ух, как нас перевернуло-то. Ну, кстати, это мне на руки, потому что теперь я чуть выше нахожусь. И главное, чтобы мы не перевернулись обратно. Ну, так тоже, в принципе, неплохо. Надеюсь, что я все-таки доплыву. Осталось еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ой, зона с минами, зона с минами. Сейчас просто нас разбомбит тут все. Потому что корабль и до того уже разломан. Если умудриться, то можно, в принципе, сесть на тот кусок. Тот кусок... Да, не получилось. Ой-ой-ой, вставай, 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 вставай. Хватит. Нет. И черт. Блин, мы были так близки. Оставалось буквально чуть-чуть. Да. Ну, видимо, не судьба. Ну что ж, пришло время закругляться.
спасибо вам за это путешествие, было очень круто. Мы построили разные виды кораблей, последний мне казался самым крепким, но, увы, это было не так. Если вам понравилось, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять свои комментарии. Всем удачки, пока и до нового видео!